У жителей Крыма теперь есть возможность выбора местного сотового оператора. Начала работу вторая мобильная сеть на полуострове «Крымтелеком». Она создана на базе крупнейшей в регионе компании стационарной связи. Сейчас сигнал передается с помощью 128 станций, но в ближайшее время их количество намерено увеличить до 1000. Сеть будет охватывать крупнейшие города полуострова и всю курортную южнобережную зону. В церемонии официального запуска новой системы приняли участие министр связи России и глава Республики Крым. Самое главное, что хочется пожелать коллегам, которые в рекордные сроки выполнили строительство новой сети, пожелать дальнейшего амбициозного развития, дальнейшего наращивания этой сети базовых станций, для того, чтобы практически в любой точке Крыма все желающие могли воспользоваться этими современными услугами. Ведь сегодня многие жалуются на качество связи. Я уверен, что Крымтелеком проанализирует в данном случае все эти проблемы, сможет предоставлять услуги уже на высшем уровне, сможет конкурировать.